В этом доме, в центре Сухума, на улице сегодня носящее имя выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Аполлоновича Лакоба в 20-30-х годах 20 века жила его семья. Он, его супруга Сария и сын Рауф жили на втором этаже. Когда-то здесь также играла музыка и собирались люди. Сария Лакоба была гостеприимной хозяйкой и часто накрывала столы, гостями которых были первые лица Советского Союза. В ходе одного из таких застолий произошел интересный случай, о котором нам рассказал историк, общественный и политический деятель Станислав Лакоба. Но был еще Волк, который фактически стал ручным. Это очень многие абхазцы помнят. Это было 20-е годы. Кстати, одна фотография есть. На фотографии здесь у входа прямо Молотов, тоже Лакоба, Молот. Ну и говорят, было застолье, потому что он был... Даже кто-то говорил, что это был день рождения Рауфа вообще. Когда вот они и дома как бы отмечали. А этот Волк, который вырос, прямо вот в семье вырос, так полюбил Нестора, в общем, с ума сходил с Нестора этот Волк. И вел себя как, ну, домашний зверь, можно сказать, как, ну, как собака, что ли. Приходил, его встречал с работы и провожал на работу даже. И все говорили, вот Волк Лакоба идет. Это было. Его никогда не держали на цепи. Накрыли стол. Большой стол накрыли. Ну и так как Молотов и эти люди, его посадили на цепь. И в самый разгар застолья, когда все это происходило, он услышал, ну, голос Нестора услышал. Этот Волк сорвал эту цепь, и был огромный стол, он прыгнул на этот стол и пробежал прямо к нему и начал ему лизать лицо, там его обнимать. И говорят, Молотов был в ужасе. Это что такое? Ну, типа, они были ошарашены. Ну, настоящий Волк. 28 декабря 1936 года жизнь семьи Лакоба вмиг перевернулась. В доме Лаврентия Берия в Тбилиси был отравлен видный деятель коммунистической партии, руководитель правительства Абхазии Нестор Лакоба. В Абхазии он был национальным героем. Это событие стало трагедией не только для семьи, но и всего абхазского народа. Причем Нестор Лакоба позже был объявлен врагом народа. Чтобы подтвердить это, власти Грузии арестовали его супругу Сарию Лакоба и жестоко пытали, чтобы она признала за мужем данный статус и надуманные преступления. Об аресте матери знал сын Нестора и Сарии, 14-летний Рауф. Это было 30 октября 1937 года. Берия после смерти Лакоба почти год не появлялся в Абхазии, в Сухуме. И он приехал сюда и руководил процессом. Как раз открывался процесс над 13 лакобовцами в театре. И вот где сегодня Русский театр, там был кинотеатр «Апсны» когда-то. А Зураб Вианорович стоял вместе с Рауфом напротив, прямо вот где было кафе «Белый медведь», кажется. Вот. Ну так визуально, чтобы можно было себе представить, кто помнит. И вдруг они увидели, идет Берия. И впереди охранник шел, и сзади. Ну, на противоположной стороне. И Рау вдруг говорит, Зурик, я, говорит, должен подойти к Берии. Тот говорит, не надо. Не надо тебе к нему подходить. Как я, говорит, могу не подойти, когда моя мама сидит, говорит, посадили мою маму. И он, в общем, подошел к нему, и Зураб Петрович говорит, когда он подходил, ему явно не понравилось. Берия, это он немножко переполошился, охрана тоже как-то была на взводе, так встревожена, но они увидели, что подошел мальчик, о чем-то говорит. Вот, разговор был очень недолгий, может быть, минуту-полторы, говорит, даже, может, меньше, и он вернулся, Рауф. Зураб говорит, ну что, Леонидович? Он говорит, все нормально, он мне пообещал, что я увижу маму. И 31 октября, с 30 на 31, пришли, его арестовали. Так, цинично и жестоко Лаврентий Берия сдержал свое слово и арестовал 14-летнего мальчика за то, что он заступился за мать. Вместе с ним были арестованы его двоюродные братья Тенгиз и Николай Лакоба. На выставке, посвященной столетию со дня рождения Рауфа Лакоба, представлена копия письма, которое он написал сразу после ареста. Начинается оно словами «Дорогой дядя Лаврентий». Мальчик не осознавал, что человек, который якобы дружил с его отцом и часто бывал у них дома, стал причиной невыносимых страданий семьи Нестора Лакоба. Ну, подвергался допросам таким истязаниям, но не признал свою вину. Вот. Потом его перевели в Тбилиси.
Вот. В 40-м году его по требованию Берия перевезли во внутреннюю тюрьму НКВД в Москве, в Лефортово. И там продолжились эти допросы. Причем он, когда приехал, обратился с письмом к Берии 20 апреля. Уже 1 апреля его привезли туда, доставили. 20 апреля он обратился, он содержался там в камере номер 4 камере. И он обратился с письмом, что он, в принципе, ничем не виновен. И я не верю, что мой папа враг народа. Вы знаете нашу семью. И, кстати говоря, вот эти архивы, они в 1989 году, когда Владислав Артенбе был депутатом Верховного Совета, он через бывшего председателя КГБ Крючкова получил доступ. И он делал выписки. Потом эти материалы он передал, в частности, и мне. И вот вышла у меня книга «Очерки политической истории Абхазии». И там эти материалы есть, со ссылкой на то, что они были выявлены Арденбом Владиславом Григорьевичем. Документы, конечно, поразительные. Ни Сария Лакоба, ни Рауф не признали Нестора Лакоба врагом народа, несмотря на жуткие пытки. 16 мая 1939 года Сария Лакоба при смерти лежала в тюремной камере. К ней в очередной раз пришли сотрудники НКВД с бумагами, чтобы она расписалась под документами, тем самым признав, что ее муж предал Сталина. Из последних сил она встала, наклонилась и облила кровью бумаги, вымолвив: «Вот вам моя подпись навеки». В этот же день Сария Лакоба скончалась. К сожалению, их сына Рауфа также ждала жестокая участь. Он и его двоюродные братья Тенгиз и Николай Лакоба после долгого ареста и пыток в июле 1941-го были расстреляны. Им всем не было и 20 лет. В честь столетия со дня рождения Рауфа Лакоба в историко-мемориальном музее семьи Лакоба, где они когда-то счастливо жили, состоялась выставка, которую открыла директор Людмила Малия. Я Шахаб, я Хазым, Рауф. Иоп дездер фазы кана хавшта ехазы иган сыркала дез балышо аха иго ехазы улин ай и патриотка яре дентагыз абри янрыцха чкела аджибал харгун убас васинаха дыган Такын сарилыш убри илывит абри Сталиндын сачта херазны килывит шака ачивал харкос хуюк из сымшын убри абхюс дыршон дырпон ащал джырхон. Нас лылый шагоз лычкун зыджа дырпон. У вас апчит дырпон Ила, и пынца, и чо, и кыным, то хабадайки аща, и бургур хаялон. Убрисхага, ахчин, и кныкам, дэдэршон. И Васина, и дзэг илхоз, абри сари, абри нылбалай, и чкун ди лыбжи взлом, аха лыбжи, лыджа абжи абри аподвал, Абри камера куяхтагыз рыбжи-лыбжи хавалаги рахану брисхава лыха разшан. На открытии выставки также выступили люди, чьи родители, бабушки и дедушки лично знали Рауфа Лакоба. Анша чна шижимтан лхитам шибзиен на школу чахнейт лхитажу беби школы жилуачу. Абера че искинет лхитисах базык шокмин полагай. Ах школы тазрицы гаха изерцена халадыргылан шаадзиру халадыргыты лохиды. Уз хана абдыргылы лохиды. А микрофон алар, а жэй хайбша атика накрыту гиг лосгуал шумуге элка арамарю. Да хала тюжит, а бас убьюго, а бра, ажлар и рахачу хала гылоб хайхиды. Нас ты налага не якуй пшадзиту лохиды. Бежюкрома, аюкрома, лхит, уже. Рауф тупан, кока тупан, кукуша, я хвану лхит, тупан лхит. Цара лхит, надж, тулс на шцаха, ты хатихан, а школа бар надж, тулс на шцаха, ты хатихан, хан тулси, хазихаз, хазлера, зимдера лхит. Кока лхит,
Ехорца забыл, обречь на школу анца цветани из блоки, а зиру забыл из аспеа, да и лошинул хайцинца, а бас дону. Рауф хчик, ва сксук и рубжазу, хайзлал хайза, Рауф и хади ханкока, ицки сухчик, юху забыл, уху царпал вома, выспал отзом, а ряда чекала, хазниру, хайханал, хчик, дейку, и катахал, хайзиди, Я бейбер, я яйцем на холозе, я яйцем шамзи. Даже такой язык дорозвечаться у них хозяеве. Дядя Лавренты, хочешь псатует, а брат такой жде. Сызахтарка, а сыздырвамка. Ацал Мишхваниеве, яньё, до сих пор этот щенок живой, что ли? Немедленно его расстрелят, а бас Исалам Ишхойнабадзе Иви. Айе, джаханам и тэпхой. Ирэгия патадуги, убар джаханам и тэпха атан шахзыша сьёхо. Так уничтожить такую семью, не знаю. А Лакоба, мама говорила, пришёл к нему пожилой человек, что-то просить начал, вот спрашивает, а тот взял и стал на колени пожилой. Лакова ведь как не мог поднять, встал на колени рядом с ним и так его слушал. Тогда и тот поднялся тоже. А мама и не слышит, он вообще плохо слышал у него. Она ему как-то сказала, говорит, ну вы же это слышали, Таня, я когда надо все слышу. Ну, не знаю. И очень добрые, семья все были очень добрые. Присутствующие сошлись во мнении, что дом семьи Нестора Лакоба, который официально в 1983 году был объявлен историко-мемориальным музеем, необходимо восстанавливать. Здание во время грузино-абхазской войны сильно пострадало и сегодня является аварийным. Абраха не нагала на харчайду. Абрел, куча обсыщат в гезертаз. И та отшаги, я веке, джанат кыла тасирова. Дезчиз Аллаха, вот джахнам цел. Я лажи зарабха, адрыб шиха зава, и хришиз ехдырдыз. Ахаметяна Апсуара, Митс Апсуара его, Апсуара Хасхаша, Ацейчу Гилу Хасову. Аха и Хайхафуди, Хабриди, Хчит я Ацхапшу Бзю Хасову, а без Абири Хахгилу, если это Гилу Саша Злабола. Абриера Абьячку, иду Хаки я это напомню, что Абриера Гилу Саша Асвияна. Гузрих, Кояра Брахах Гилуги, вы Ргу я у Сергея, бриги я шума. Абас, абриш, пау, абас, я хан, забри, а президент, что, ай, вот, и цот, арабри, да, сиздрум. Я ра, мал, змоги, у ахама, ми харт, ора, меценат, что, с мицпо, я страуму, вау, забра, апснап, что, далеко, я маз, азаваз, урстун, дирчоп. И реха, апсу, аги, я его, я мал, я хенткар, и захопшу. Абри, абри, ирхаз, шахайд, зигизинг, хазахани, бхаширо, Гизбал наш и все это дел, как у Галаши на це, все то пхабус, пхадзок. Але хен завозик харшна, иска харшна, яха, вот вы хазы, иска хазы мухут зава, яха хашпа азаре, хабас, хабас хале, яшат. А хабри юнята, абрат глоба пхус, сара, юри, Хуштара змирчас, хуштара зензичар, але не бепхуславу.
بريام خذ خنابي درجني بري أو تخو أزهن زاش شم خنش لن تبوك خلاص حو أبي بسخا خوب شو أبري لر دخن زز دروي وتروخ يز دروي أبري أخينا قلي شوق وزن زاس كين على شم الزم كنيرة لقوبة دود زي خلا يقوم قوة يرى حرزك حزحن داري بخشرني خوب ياشد وبريقي تصدق عين تصدق يا خزن زح تشير ديبش حزا على زوم نفسه على زوم بس ينف قاب قيام ده بس يلا يجيت حبس يسخزون سرقي في الجوسي في الخزون وبري حز خوصنا بري حز خوصنا بري يبني ياشد كمان خن زحل شو اللي نشبي كردونا قوي ده خايوة جب يري خان يري خان وجوح وعيون يويز شبراب ونزل بس نزار بشرة زوزي حر الذكر وبسي بش يشير تنا كعة وزريح تي بش زح نحوص تي بش يلا شير وبن بسلا بش أبريو نبسي تلاك يا الله. Выставка, посвященная столетию со дня рождения сына Нестора Исаии Лакоба Рауфа, будет открыта только 28 июня, так как здание музея является аварийным и непригодно для долгого посещения большого количества людей. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатовая.